Объем проделанной работы виден невооруженным глазом. Стены и чаша 25-метрового бассейна полностью обновлены новой кафельной плиткой и сопутствующим инвентарем. То же было сделано в раздевалках и душевых комнатах. Установлены новые системы водоочистки и фильтрации, восстановлена электропроводка. Благодаря современным системам вентиляции и кондиционирования помещений поддерживается комфортный микроклимат, несмотря на время года и температуру на улице. В таком состоянии бассейн находился уже более полугода. 1 марта 2019 года мы открыли бассейн, и он был действительно технически готов к использованию. Но не было документации, которая подтверждала бы перепланировку, произведенную в бассейне. На это все ушло время. Вот это время и оказалось тем временем с 1 марта по 2 декабря. Постановление администрации Десногорска о начале эксплуатации бассейна вышло 28 ноября. Первыми обновленный спортивный объект испытали ребята из начальной школы. Мы очень рады этому. Благодаря этому наши дети будут здоровы. Они будут иметь хорошую физическую форму. Большое всем спасибо за то, что у нас есть такой замечательный бассейн, что оснащен всем необходимым. И самое главное, что счастливы наши дети. А для всех желающих бассейн откроет свои двери с весны следующего года. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.